15-летний Тимофей Сетин в сборной команде Самарской области по регби играет на позиции центра веера. Этим видом спорта он увлекся в 2021 году. Сначала было непросто, но уже этим летом Тимофей принял участие во всероссийских соревнованиях. Тогда команда заняла 8-е место. Сейчас у ребят боевой настрой. По мнению Тимофея, у команды есть все, чтобы достойно показать себя на этом турнире. Надеюсь, что отыграем хорошо, все у нас получится, все умеем, все пробуем, тренируемся. Остается только реализовать. Турнир состоится на полях «Восход» и «Энергия» у стадиона «Самара-Арена». Фестиваль «Большой регби на Волге» проводят впервые. Самара выбрана не случайно. Наличие спортивной инфраструктуры, возведенной к чемпионату мира по футболу в 2018 году, стало определяющим фактором. Раньше, конечно, регби не мечтал, чтобы на таких стадионах играли матчи сборной команды России и российских клубов. Но раз они появились, надо их эксплуатировать. Правительство региона отнеслось к этой идее не то чтобы лояльно, а даже с воодушевлением. И поэтому мы здесь. Ну и повторюсь, очень хотелось бы, чтобы это была не разовая акция. Ну, появились уже ворота регбийные на стадионе. А раз уж они там появились, как и на многих других, значит, надо играть в регби. Локацию, которую выбрали для проведения фестиваля, оценили и другие команды. В Самару приехали игроки из Санкт-Петербурга, Зеленограда, Долгопрудного, Иваново, Юшкар-Алы, Чебоксар, Липецка, Ногинска, Пензы. Площадка шикарная, мы даже удивлены, что разрешили играть детский турнир на такой площадке. Это вообще для ребят это вау, как интересно, и они довольны, и глаза горят, а это самое главное. Сегодня в регионе популярность регби растет. Самарские спортсмены достойно показывают себя на соревнованиях разного уровня. Интерес к этому виду спорта прививают детям уже со школьной скамьи. Мы обучаем совместно с Федерацией регби учителей физкультуры. Они охотно, значит, обучаются, и ребята занимаются регби. У нас прекрасные взрослые команды, которые претендуют на призовые места в чемпионатах высшей лиги по регби 7, а вот регби на снегу и пляжное регби, мы являемся чемпионами страны, обладателями Кубка страны. По словам организаторов, проведение фестиваля «Большой регби на Волге» должно стать хорошей ежегодной традицией. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.